Россия наконец вступает в ВТО. Окончательное решение об этом будет принято 15 декабря. А как заработать на вступлении России во Всемирную торговую организацию, вы узнаете прямо сейчас. Идея, связанная с потенциальным членством России в ВТО, обстановка накаляется, и уже ожидания такие, что Россия все-таки вступит в ВТО в этом году. Этому сценарию уже отдается предпочтение в плане вероятности. А и в этом случае, вот если Россия вступит в ВТО, наибольший плюс, смотреть на экономику различных компаний, здесь получат независимые газовые производители, например, такие как «Новатек», или «Роснефть», или «Ойл», или «ТНК-БП», компании, у которых значительные объемы газа в резервах. Дело в том, что они получат новый плюс экономический дополнительный, для того, что будет отменена экспортная квота на газ. Сейчас у нас у «Газпрома» есть 100% квота на экспорт газа, и по правилам ВТО квота запрещены. Вот здесь будет еще вопрос, как они будут экспортировать этот газ, да, «Газпром» в трубу или нет. Но последует целая реформа, скорее всего, отрасли. Вот на фоне этих новостей, на эти независимые производители, они станут экспортерами газа. Но вторичным эффектом, да, вступления России в ВТО будет выравнивание тарифов и цен на энергоносители в России и за рубежом. У нас газ на рынке 3 раза дешевле, чем в Европе, поэтому, ну, еще есть какие-то расходы на транспортировку, но в конце концов, я думаю, что эффект должен быть очень значительным. Ну, можно предположить, что там 1,5 раза, 2 раза вырастет выручка в этих компаниях. На горизонте, наверное, значительно. Вступив в ВТО, Россия будет вынуждена отменить ограничения на экспорт газа, полагает стратег банка «Ренессанс Капитал» Аванес Оганесян. А значит, выручка от продажи газа независимых производителей увеличится в 1,5-2 раза. Это «Роснефть», «ТНК-БП», «Лукойл», а также «Новатек». Ну а вслед за ростом выручки будут ползти вверх и акции этих компаний. Эта идея на длинный промежуток времени, но она должна окупить себя.